No one. Песня где? Марк, где песня? Какая? Включи. Мужики, ну что, во-первых, с победой, да, красавцы. Вот то, что говорили после раскатки на собрании, что какая бы ни была игра, там, за очки, плей-офф, или в любом случае мы стараемся найти путь к победе, да, сегодня мне не всегда легко было, жалко, что Буш не смог доиграть игру, да, но Саня вошел, молодчик, хорошо, Пашка выручал где надо, второй период там тяжелый был, да, физически подсели, но на третий вышли, хорошая картинка, здорово забили, и еще его овертайме потом, вишенка на торт, да, красавцы. Первая игра предсезонки. Хорошо, что удалось выиграть и в таких майках с таким посылом, я думаю, что это очень важно. А что скажешь про то, что было большое количество удалений по обе стороны сегодня? Это именно эффект первого матча предсезонки? Я думаю, что да, первый матч предсезонки, еще такой летний хоккей, еще вспоминаем, по каким правилам играем, поэтому всегда летом больше большинства, меньшинства. Сегодня, получается, ваше звено дважды, ваш дуэт с Ваней и Гумновым дважды сегодня отличился. Тоже эта химия с прошлого сезона еще сохраняется какая-то? Надеюсь, что это химия, и будем дальше продолжать забивать голы. Ты уже упомянул про форму, что сегодня действительно была особенная форма. Насколько важно играть с таким посылом, то, что рисунки на форме были созданы пациентами областной детской клинической больницы Омской. И сам готов ли вступить в донор, в реестр доноров костного мозга? Действительно, это очень важная, наверное, миссия всех нас. И мы можем об этом говорить, и нас смотрят люди. И мы пытаемся правильный посыл донести до людей и помогать, чем мы сможем. Естественно, рад за ребят, что выиграли, потому что какая бы игра ни была, все равно после победы это хорошие эмоции. Вот. И думаю, что по рисунку здорово начали. Вот после нашего меньшинства и их гола в большинстве чуть-чуть начался сумбур там. Вот. Ну, так, если не вдаваться в детали, но просто много потерь было. Вот. А второй период пришлось там выстоять, Пашка подвыручил. А наложили несколько раз они смены. Ну вот, поэтому физически не так просто было ребятам, тем более Рид выбыл. И, короче, скамейка у нас стала, там Сашка Перевалов зашел, отыграл, в принципе, несколько хороших смен. Вот. А на третий период уже вышли, и, мне кажется, больше, чем соперник, контролировали шайбу, хороший гол забили в прямой атаке. Ну, хороший соперник, маленький лед, все близко, ну, вот, поэтому для ребят был такой тест. Чуть-чуть по-другому все выглядело, чем у нас в академии. Довольно большое количество удалений. Это нормально для того, что вот первая игра, еще относительно начала сборов, только ну, вторая неделя. Насколько это объяснимо? Ну, объяснимо, естественно, хотя всегда проговаривали тоже и с ребятами, и они всегда стараются играть по правилам, да, то же самое даже с нашим удалением за нарушение численного состава, это нужно исправлять, это дисциплина на лавке, там чуть-чуть невнимательность. Вот. Ну и соперник то же самое получил такое удаление. Да? Вот эти моменты, ну, они не так часто встречаются в сезоне. Да? Можно сказать, что и еще предсезонка. По поводу Рида Буше, да, не выходил он на второй, на третий период.
там что-то серьезное или пока еще не можем ничего точно сказать? Сейчас поедут, доктор его заберет, поедут, сделают снимок. Надеюсь, что несерьезно. Вот такой был просто игровой момент столкновения, и Ритка приехал на лавку, так чуть в недоумении был, говорит, я не знаю еще, что случилось. Падал, упал на конек соперника, бедром, да, вот, и думал, что просто ушиб, вот, не стали рисковать, но посмотрим, что доктор скажет. Естественно, сейчас рисковать мне ничем не нужно. У нас в Минске еще впереди два матча, следующий послезавтра против «Адмирала». Насколько сильно планируете обновить состав перед этой игрой? Ну, как говорили еще до поездки, будем состав варьировать. У ребят всех, которые в поездке, будет возможность сыграть. Был один план, как раз Рид должен был отдыхать следующую игру. Ну, в принципе, тот состав, если никаких там у доктора не будет противопоказаний, тот состав, который планировали на вторую игру, в принципе, сейчас может выйти. Ну и последний вопрос, сегодня его будем всем задавать. «Авангард» сегодня вышел в особой предсезонной форме. Насколько вообще важна это, вот эта совместная акция с областной, детской областной клинической больницей, да? И насколько вот сами игроки тоже должны быть причастными к этой истории, к там, внесению в реестр доноров? Ну, во-первых, это очень хорошая инициатива от нашего клуба, да, и долгое время уже сотрудничают с детской клинической больницей областной. Думали об этих детях перед игрой. Несколько комментариев было. Естественно, я не так много был в раздевалке, но видел, как ребята надевают эти майки, насколько проникаются этим, да. Вот. И я уверен, что в их комментариях вы услышите много теплых слов в адрес детей. Им досталась такая не очень легкая ноша, да, в таком раннем возрасте. Вот. Но здорово, что есть эта инициатива, что мы пытаемся помочь. И то, что нам говорили, когда рассказывали про дизайн этой майки, что самая большая, наверное, самый большой дефицит в России – это именно донорство вот костного мозга, да, вот, поэтому хорошо, что это на виду, вот, мы ребятам тоже говорили, что все могут сдать кровь, чтобы посмотреть медицинские там термины, я уже не помню, но соответствуют ли они для того, чтобы быть донорами, да, вот, и надеемся, что пример игроков и, естественно, тренеров сподвигнет больше людей, чтобы они делали вот эти тесты, сдавали кровь.